Евгений Шварц. Приключения Шуры и Маруси. Жили-были две сестры, Маруся и Шура. Марусе было 7,5 лет, а Шуре только 5. Однажды сидели они возле окошка и красили кукле щеки. Вдруг в комнату входит бабушка и говорит: «Вот что, девочки, скоро папа придет с работы, мама придет со службы, а суп нечем засыпать. Я сбегаю в магазин, а вы тут посидите одни, ладно?» Маруся ничего не ответила, а Шура сказала: «Ладно, а вдруг будет пожар?» Ужас какой, рассердилась бабушка, откуда ему быть пожару-то? Не подходи к плите, и не будет пожара. «А если придут разбойники?» – спросила Шура. «Так вы им не открывайте», – ответила бабушка. «Спросите, кто там, и не открывайте. Ну, до свидания». И она ушла. «Вот хорошо-то», – сказала Шура, – «теперь мы хозяева. Давай бросим красить, давай лучше в буфете конфеты искать. Ведь все ушли». «Отстаньте вы все от меня», – сказала Маруся. Она была упрямая. Уж если начала что делать, так ни за что не бросит. Шура вздохнула и пошла к буфету одна, но не дошла. Где-то на лестнице жалобно замяукала кошка. Шура даже затряслась от радости и закричала: «Маруся, к нам кошка просится!» «Отстаньте вы все от меня!» – пробормотала опять Маруся. «Я ее впущу!» «Только попробуй», – ответила Маруся. «Может быть, это дикая кошка. Может быть, она всех нас перецарапает». «Она совсем не дикая», – ответила Шура и пошла в прихожую. Кошка плакала где-то совсем близко, за дверью. «Кыс-кыс-кыс», – позвала ее Шура. «Мур-мяу», – ласково ответила кошка. «Ты к нам просишься, да, кисонька?» – спросила Шура. «Мур-мур-мяу!» – ответила кошка еще ласковее. «Хорошо, сейчас!» – сказала Шура и стала отпирать дверь. «Шура!» – закричала Маруся строгим голосом. Вскочила, но в прихожую не пошла. Она стала наспех, стоя, докрашивать кукле щеки. А Шура тем временем справилась с замком и выскочила на площадку. Кошка, увидев Шуру, сделала круглые глаза и прыгнула сразу ступенек на 10 вверх, будто из двери вышел не маленькая девочка, а какой-то страшный великан. «Чего это ты?» – удивилась Шура. Услышав Шурин голос, кошка взлетела еще ступенек на 15, будто это не девочка заговорила, а ружье выпалила. «Кошечка, ну куда ты?» – сказала Шура самым тихим, самым нежным голосом. «Ведь это я, Шура, с которой ты из-за двери разговаривала». И на цыпочках, осторожно, осторожно, она пошла вверх по лестнице. Кошка, не двигаясь, глядела на Шуру. Как хороша была кошка, вся вымазанная в угле, в паутине, в пыли. «Надо будет вымыть ее в тазу для посуды, пока не вернется бабушка. Одно ухо разорвано. Можно помазать его йодом. А какая она худая! Наверное, это самая худая кошка на свете!» Девочка была уже в 3 шагах от нее, и кошка уже не таращила глаза, как безумная, а только щурилась. «Еще 2 ступенечки, и можно будет ее погладить!» И вдруг дверь Шуриной квартиры с громом захлопнулась. Кошка снова, как дикая, выпучила глаза, подпрыгнула вверх и сразу исчезла, как будто и не было ее вовсе. Чуть не заплакала Шура, оглянулась. Перед закрытой дверью, строгая, так что смотреть страшно, стояла Маруся. «Здравствуйте!» – сказала Маруся. «Здравствуй», – ответила Шура. «Очень хорошо», – сказала Маруся сурово, как мама, когда та была очень сердита. «Очень большая девочка, а убегает из дома, как грудная,
Идем!» Она сбежала вверх по лестнице, схватила Шуру за плечо и поволокла ее вниз домой. Она дернула за дверную ручку, а дверь не открылась. Маруся дернула еще раз, потом затрясла ручку изо всех сил. И все напрасно, дверь не открывалась. «Мы заперлись!» – зарыдала Маруся. «Мы заперлись!» «Куда заперлись?» – прошептала Шура. «Замок щелкнулся, и я нечаянно дверь захлопнула, а мы на лестнице остались». Шура подумала и тоже заревела, но только гораздо громче Маруси. Тогда Маруся сразу успокоилась. Она ласково, как мама, обняла Шуру и сказала ей: «Ну-ну, ничего, ничего, я с тобой, я тут». «А что мы будем делать?» «Ничего, ничего, бабушку подождем. Сейчас осень, не зима, не замерзнем». Маруся нагнулась и вытерла нос подолом платья. Потом вытерла нос Шуре тоже подолом. Носовые платки были далеко, там, за дверью, в запертой квартире. Лампочки в проволочных колпачках уже горели на каждой площадке. Место было знакомое. Ведь сколько раз по этой самой лестнице девочки поднимались и спускались. Но сейчас лестница была не такая, как всегда. Скажешь слово, гул идет вверх и вниз, что-то щелкает и пищит в стене. А главное, уж очень странно стоять на лестнице, без пальто, без шапок, не одетыми. Шура вдруг вспомнила, что кукла Нюрка лежит дома на подоконнике, одна. В квартире совсем пусто, никого там нет. Шура всхлипнула. «Ну-ну», — сказала Маруся, — «я тут, ведь мы...» Маруся не договорила. На этот раз случилось что-то уж и в самом деле страшное.